Бизнес с государственными учреждениями очень привлекателен. Скажите, какая частная компания не мечтает о контракте на миллион с публичным учреждением? Предположим, какое-то министерство объявляет тендер на закупку отраслевого оборудования, а также на его обслуживание в течение 5 лет. Денежная сумма, выделяемая на закупки, весьма внушительна, а контракт на обслуживание еще более привлекателен, обеспечивая фирме стабильный доход на целых 5 лет. Ах, как было бы здорово заключить миллионный контракт с собственной компанией, размышляет господин министр, томно покачиваясь в своем удобном кресле. Господин министр в прошлом бизнесмен. Ему совсем не сложно подсчитать прибыль от такого контракта. Но нельзя. Конфликт интересов, чтобы ему было пусто. Если об этом узнают. Ну, так пусть не узнают, подсказывает ему из тени умелый адвокат. Как же не узнают, если информация об учредителях, акционерах, администраторах и выгодоприобретающих собственниках коммерческих организаций считается общественно значимой и должна быть доступной для всех? Господин министр, настаивает адвокат, для того, чтобы никто не узнал, нужно зарегистрировать фирму за границей. Вы слышали об офшорных зонах? Я могу открыть вам офшорную компанию, и тогда никто никогда не узнает, что на самом деле за ней стоите вы. Сказано, сделано. И вот в тендере принимает участие фирма XYOOO, зарегистрированная на Багамских островах. Но господин министр и его всемогущий адвокат немножко опоздали, потому что закон запрещает публичным субъектам заключать контракты с офшорными компаниями. Государство, центральные и местные органы власти, государственные и муниципальные предприятия не могут заключать договоры с физическими или юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не предоставляющих информацию в отношении структуры состава акционеров, учредителей, администраторов или выгодоприобретающих собственников. Ничего страшного, господин министр, минуточку. Сейчас мы их перехитрим. Находим близкого друга, одноклассника, соседа по кооперативу, неважно кого. Вот его компания и выиграет тендер. Но ведь эта фирма не сможет предоставлять соответствующие услуги по контракту. И не нужно. Как-нибудь перебьемся с полгода, пока утихнут страсти, а потом сделаем вашу багамскую компанию субподрядчиком. Все красиво и вполне законно. Боюсь, что нам снова придется разочаровать господина министра. Все, конечно, красиво, но уж никак не законно. Потому что закон о неподкупности запрещает коммерческим организациям, победившим в тендере, перезаключать контракты с офшорными компаниями. Физическим и юридическим лицам, резидентам или нерезидентам, заключившим коммерческие договоры в государственной предпринимательской сфере, запрещается в течение 5 лет перезаключение договоров с физическими или юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах, независимо от количества перезаключенных договоров. А через 5 лет кто его знает, кто будет министром? Надеемся, что он будет неподкупным, потому что неподкупность — это свобода.